Да, действительно, страна переживает непростые условия, новая экономическая ситуация. Я прекрасно понимаю, что бюджет округа уже не наполняется настолько, насколько это были в прошлые годы. Тем не менее, мы смотрим с оптимизмом в будущее по нескольким причинам. Со времен Советского Союза у нас не покупались воздушные суда. Окружные власти, исполнительные, законодательно прекрасно понимая проблему, которая существует в авиапредприятии, это проблема обновления парка, пошли навстречу и в прошлом году выделили средства из окружного бюджета на приобретение самолетов ТВС-2МС. Это тот же самолет Ан-2, но с более экономичным, современным двигателем. Он нам позволит сократить расходы по себестоимости летного часа, так как мы откажемся от дорогого бензина авиационного и перейдем на керосин. Это в 3 раза дешевле. Предполагается, что это позволит сократить себестоимость летного часа практически на 30%. Это вектор движения. Даже несмотря на лизинговую нагрузку, на сегодняшний день мы в течение 36 месяцев будем 3 миллиона платить лизинговую нагрузку по этим двум самолетам. Самолеты уже готовы, в марте ожидается их прибытие. И основную нагрузку по пассажирским перевозкам мы хотим перенести на эти самолеты. Они очень хороши на максимальных наших расстояниях. Это Усть-Кар, это поселок Шойна, там где расстояние 500 километров. Помимо всего прочего, вертолетный парк страны, как и нашего предприятия, тоже подходят календарные сроки его эксплуатации. Через 10 лет, я думаю, что во всей России не будет практически вертолетов советских времен, это Ми-8Т, за редким исключением. Обновление парка, оно крайне необходимо, поэтому надо отдать должное и губернатору, и собранию депутатов, исполнительной власти, что они понимают проблему. Арктика не может жить без авиации. Арктика – это перспективный район добычи углеводородных запасов, поэтому вертолеты здесь крайне необходимы. Заложен вертолет на Казанском вертолетном заводе Ми-8 НТВ. В сентябре он к нам придет. В разные времена авиапредприятие переживало, скажем так, и подъемы, и уменьшение объемов работ. Мы всегда с достоинством выходили из этих ситуаций. Я не вижу ничего грустного в будущем. Я думаю, что мы справимся с любыми проблемами, которые нас ждут. Самое главное – верить в людей. А люди всегда своим трудом поддержат и авиапредприятие, и, соответственно, округ, и всю Россию.